20 мая новостные ленты потрясла трагическая новость. Скоропостижно скончался супруг популярной российской певицы Дианы Гурцкая. Петр Кучеренко почувствовал себя плохо, когда возвращался домой. Состояние мужчины настолько быстро ухудшалось, что пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. К сожалению, спасти 46-летнего замминистра образования не удалось. Со дня смерти Кучеренко прошло 9 дней. Его последнее фото обнародовал брат Дианы, Роберт Гурцкая. Православные считают, что 9 дней со дня смерти – это время, когда душа покойного остается на земле, видит и слышит все, что говорят. Наверняка душа Петра Кучеренко увидела и услышала то, что говорит и пишет Роберт, брат Дианы Гурцкая. Роберт обнародовал фото недавнего совместного семейного отдыха. Он со своей сестрой Дианой Гурцкая и ее мужем Петром Кучеренко позирует у моря. Петр, Роберт и Диана улыбаются, ведь скоро трагедии ничего не предвещает. «Мой дорогой брат, Петя, это наше последнее фото», – обратился Роберт к покойному Петру. «Сегодня 9 дней, как мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние. Пустота и серость. Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про день рождения моих друзей, как ты обычно делал. Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать мое состояние Диане с Костей, пока не получается. Не буду с тобой прощаться. Говорят, 40 дней ты еще здесь с нами», — написал брат Дианы Гурцкая в своей социальной сети. Он не понимает, как теперь им жить дальше, как радоваться каждому дню и строить планы. Разумеется, Роберт невероятно переживает за свою сестру. Ранее мужчина сказал, что вместе с Петром умерла и Диана, внезапно потерявшего любимого мужа.